Братья Бацара – это профессионалы. С ними очень приятно работать. Они много знают в кофе и разбираются. И это те люди, которые готовы поделиться своим опытом и своими знаниями со многими людьми. Мне очень приятно, что я их знаю. Мне очень приятно, что мы вместе работаем. И я бы хотел, чтобы наша работа и совместный бизнес продолжались многие-многие годы. В тот момент, когда я выбирал кофе для своего рынка, мне Бацара просто понравился как кофе. Это тогда. На сегодняшний день это множество факторов, которые играют роль. Это не только хорошее кофе, это и стабильность, что очень-очень важно. Это помимо стабильности, это еще люди, которые находятся на фирме, с которыми очень приятно работать, которые готовы прийти в любой момент на помощь. Какая бы проблема у тебя ни была, мы вместе стараемся ее решить. И это очень-очень важно. Я рад, что я работаю с этой фирмой. Есть множество книг по миру, которые говорят о кофе. Но именно эта трилогия, которую выпустили братья Бацара, в них сложено все вместе. И это не только книги для бариста. Это книги и для обжарщика, эти книги для дегустаторов, это книги, которые освещают весь спектр кофе. В них собрано практически все, что нужно для работы. Книги перевожу я не только для того, что это интересно. Книги я перевожу я только для того, что это очень важный инструмент на местном рынке, который мне поможет добиться тех вершин, который было бы сложнее добиться без этого очень важного инструмента. Потому что это очень хорошая визитная карточка.